Представляем клетку для грызунов Golden Cage 513. Клетка для грызунов Golden Cage 513 – это яркая клетка с основанием и крышей прямоугольной формы. Она создана специально для мелких грызунов, таких, например, как хомяки, мыши или дегу. Клетка имеет две полочки, на которых можно разместить домик и миску. Перемещаться между полочками вашему любимцу помогут две лесенки, а для веселой разминки послужит беговое колесо. Сборку клетки начнем с установки каркаса клетки на поддон. Закрепляем каркас металлическими клипсами. Внутри клетки располагаем полочки. К полочкам прикрепляем лесенки. На нижнюю полочку устанавливаем миску, а на стенке закрепляем беговое колесо. Собираем складной домик и закрепляем на нем крышу. Сам домик устанавливаем на верхнюю полку. Закрепляем на стенке клетки поилку. Для надежности прикрепляем домик к стенке клетки при помощи пластиковой гайки. Устанавливаем крышу клетки, фиксируя ее зацепами на стенках каркаса. Доступ внутрь клетки обеспечивают две дверцы на фасаде и на крыше. Клетка собрана и готова к использованию. Зазор между прутьями 10 мм. Далее приводим основные характеристики клетки для грызунов Golden Cage 513. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.